Ну что, ребят, приветствую вас снова и снова. Присяду, там дует ветер. В общем, приехали на Аку, за Коростово. Набрали с собой снастей. Вот. Всего, жратвы. Так что сейчас будем пока готовить, а то мы совсем голодные, долго искали место. Вот, но вроде добрались. Но в дальнейшем вы все уже увидите. Два брикетика. Розжиг такой, прям льется как масло. Она там березовая смола, как она называется, да? Что там? А, березовый деготь. Вот такой розжиг. Ну вот, что надо, нам спустили вниз. Пьем квас. Сейчас будем делать суп мясной, куриный. Там с какой-то вермишелью. Вот река. Ветрюк, конечно, очень сильный. Но нам, в принципе, пофиг. Нам сейчас главное пожрать. Засыпаем суп. Суп у нас вот такой вот мясной с вермишелью. Порезали вот к нему сосисок. Потом их запустим повариться тоже. Вот так вот. Варганим. Все нормально. Настроение отличное. Ждем футбол. Спартак. Вот, ребят, хочу показать вам раритетную водку. Такую, Слава Рязани. Это мой напарник сейчас ее усыпит. Вот. Я просто за рулем. Так бы я тоже с удовольствием, конечно. Я люблю это дело. Хорошая, да? Говорят, офигенная. Но сейчас ее попробуем. Вот, лучок свеженький. Сейчас будем суп уже закидывать. Себя, готовим супчик. Возможность, два шампура. И котлету, так что должен получиться вкусный, тогда на дегустации скажем. Красота. Ну вот, разлили по тарелкам. Друга я не снимаю по этническим соображениям. Ему нельзя, он работает в мэрии, не скажу какого района. Где сейчас на рыбалке, ёпта? Горячий, но вкусный. Спасибо. Отлично, ребята. У нас вот редисочку едим, лучок. Сейчас будем картошку потом чистить, но второе готовить. Мне тоже блин, вонючка. В общем, начинили. Снасть у нас вот такая вот. Кто знает, сейчас покажу прикормку, какую используем. Пока первый фидер пойдет у нас на червя. Блин, ветер очень сильный. Погода, наверное, видите, как резко изменилась. Вот. Прикормку использовали, вот такая вот специальная магик, универсальная, плюс добавил сюда геркулеса. Сейчас будем пробовать закидывать. Ну, у нас продолжается готовочка. Вот я начистил целую байдью картошечки. Тут вот идет приготовление лучка. Шинкуются, миллионы 100 лет их не ели, решили взять. Вот, сейчас будем готовить второе блюдо. Фидер наш стоит, молчит. Картошечку порезали на дольки. Льем маслица. Слобода без запаха. Картошечка успешно загружена. Блин, он придерживает хуйню. Вот, добавили лука. Картошку, кстати, не солим. Почему мы ее не солим? Потому что она вступит в соль в реакцию с крахмалом, и картошка будет разваливаться. Мы будем солить ее в конце. И налили очень много масла, потому что шампиньоны, они в себя очень много возьмут. И перед жаркой мы их не моем. Ничего с ним не делай. Вот. Так что блюдо получается пока визуально очень и очень привлекательное. Скоро будем грузить шампиньончики. Блин, прям вообще лепота. Ну что, пришло время к закладке шампиньонов. О, вот это красота.
несусветная. Каждый бы, наверное, сейчас мечтал бы оказаться. Ветер! Ничего не надо, ветер! Дачи, хуячи, блядь! Крик, не надо! Один Владимир только подписался, сейчас подъедет, нахуй. Да, сейчас подъедет. И счет на воде. Владимир Владимирович, блядь. Владимир Владимирович едет. О, блин, вообще красота. Ладно, мне в глаза попало. Сейчас попозже покажем уже вам в хорошем, готовом экземплярчике. Кулинарии все-таки страшно. Забыл пару слов хочу сказать про вот такие вот брикеты. Очень удобная ерунда. Мы вот, можно сказать, на трех штуках сделали первое. Потом через какое-то время они у нас все горят. Сделали второе. То есть вот так вот куда-то отдыхать. Вот 10 килограмм брикетов вполне хватит на полноценные завтраки, обеды и ужины. Приятного аппетита. Мы скоро, друзья, ребятки. Сняли мы моим рукой чапельником. Тут сейчас чуть-чуть доходит. Это блюдо называется жареный картофель с луком и жампиньонами на природе. Включимся на дегустации, скажем вам вкус. Но я думаю, уже и без этого понятно, что тут обалденно вкусно. Ветер утих. Вот так вот. Это обращение к Виталику Ветру. Зря, Виталян, ты не поехал. Лишил себя огромнейшего удовольствия. Но я думаю, ты все-таки оближешься на той стороне экрана. Потому что я, наверное, когда буду смотреть, тоже. Это просто непередаваемое ощущение. А запах какой, это вообще супер. Блин, не той стороной. Квас Евпатий Коловрат. Живая легенда земли рязанской. Офигенный вкусный квас, кстати. Живое брожение. Мы пьем только квас. Вот, приехал к нам еще один товарищ Владимир. Привез. Владимир Владимирович, вот, правильно называют? Свет замечательный, Владимир? Стол. Да, да, да. Владимир Владимирович, ну мы уже говорили, что ждем Владимира Владимировича. Вот. Разогрели картошечки, редисочку у нас. Салат из морских водорослей, что это? Морская капуста, блядь. Салат из морской капусты. Огурчики, редисочка, соль, все в ажуре. Приступаем к дегустейшн. Вот, греем кипяточек в турочке с такой. Сейчас покажем, что у нас к чайку. Даже вот из керамических кружек. Чай у нас принцесса Нури. Лесные ягоды. Конфетки, харитош. Рыбалка у нас все серьезно. Все как надо. Ребят, ветер страшный. Закинули фидер еще подальше. Сейчас решили попробовать для дегустации. Вот такие голубцы фаршированные. Сейчас их разогреем. Это получается у нас даже не рыбалка какая-то, а будет полевая кухня на рыбалке. Думаю, основная рыбалка, наверное, пойдет утром. Но ветрище вообще жесть, просто жопа. Пойдем пробовать. Голубная жратва. Разогреваем уже ранее мной показанные голубечки. Не знаю, как они выглядят, аппетитно или нет, но мы сейчас попробуем. И надеемся, что будет все очень вкусно. Владимир Владимирович сказал, что водка говно. Да, вот у нас столик. Вот она, водка. Переместились чуть-чуть. Обзор сделай. Говно, ёпта. Водка говно. Хуже, чем, блядь, Слава Рязанин, нахуй. Последний. Крайний. Пробуем. Не, я на сегодня все, последний. Там пробуем голубец. Мы сделали из него кашу-малашу. Короче, дорогие телезрители, нахуй. Я ругаюсь матом. Нам похуй. Я ругаюсь матом, я понимаю, что вся херня туда-сюда запрещено. Вот такую вот бодягу сделали.
вот на такой херне. Ни огня, ничего. Уголь, чистый уголь, блядь. Дровишки нах, превратились в уголь. Хотел сказать. Вот. Вот стоит у нас вот такая вот хрень. Вот ее, может, не видно, но вот фонарик. Обычная лампочка от УАЗика, от стопоря от заднего. Проводочек. Висит, он там вот не видно, блядь, конечно, но стоит машина. От нее аккумулятора проведена, проводочек. И вот лампочка освещает просто обалденно. Свет метров 10 вокруг. Вот. Мы, короче, сидим, наливаем. За ваше здоровье, за наше здоровье. По 25. Ну, примерно тут 25. Хорош. Вот. Лучок. Огурчик, редисочка. Редисочка водянистая. Ну, блядь, говно. Для сельской местности пойдет. Вот. Автор жжет, закусывает. ЗОЖ, ЗОМЖ. Он не пьет сейчас, не пьет, не пьет. Он жрет, жрет, блядь, за троих. Класс весь выжрал. Вот, да. Ну, ты, блядь, телезрителям привет передай. Всем привет, кто не работает. Нет, 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 как ты говорил всегда. Сейчас, ну-ка. Про что? Я вернулся? Не, сейчас это не в тему. Говори, ну, пейте. Ладно, ребят, короче говоря, вот мы сделали холодный чаек, вот тут вот чаечек вот холодненький, вот. Например, для запивочки, для запивочки. Вот это, кстати, не очень. Ну, там морская капусточка, так, закусить, лучочек. Конфеты, кстати, соль, соль. Если аккумулятора хватит, потом Владимир Владимирович сделает для хороших ребят, если мы, конечно, все поймаем. Аккумулятор на камере. А отличную рыбку в соли, в соли, чтобы прям и запечь ее. Прям будет вообще айс. Короче, если все хватит. Запрещен, а так нормальным с нами можно. Время без 15 час ночи. Готовим походное блюдо. Походное блюдо. У нас варится картофель. Там топится жир пока что от тушенки. Сейчас покажем вам, какая у нас тушенка будет использоваться. Тушеночка говно, но тушеночка. Вот говядина тушеная, гур, мясо. Фиг его знает. Посмотрим. Почистили вот пару луковиц. Они же все те же. Да. Ну и попиваем чаек. Змеи, все нормально. Змеи, привет. А перлу? Циклоп. Так, ну вот, у нас растопился жир, вывалили остатки тушенки, размельчили ее. Не остатки, а целую банку. Целую банку. Ну, я имею в виду, что осталось помимо жира. Сейчас выкладываем вот так вот лук кольцами на подушку из тушенки. Дальше покажем, что будет дальше. Картошечка у нас там закипает. Ой. Вот. Закипел, уже варится вовсю. Так что блюдо должно получиться очень и очень вкусное. Дядя Володь гарантировал нахуй. Так, второе у нас действие. Посолили. Теперь перчим черным молотым перцем. Владимир Владимирович делает. Ну, мы всю зиму, кстати, жрали, я что хочу сказать. Картофель посолили, перчили нас, придавили ложечкой. Уже придавил? Конечно, сейчас еще раз придавим ложечкой. Сыра нету, хуево. Возьмем майонезику чуть-чуть, для того, чтобы корочка такая маленькая, ну, как сказать. Подводочку, чтобы было ее. Чтобы, а маслицем не надо сверху еще? Не надо чуть-чуть. Ничего, никакого масла. Майонеза, конечно, мало, блядь. Майонеза мало. И размазать его, да? Да, мы майонезик сейчас размажем. Майонезик чуть-чуть сделаем мазутку. Ну, конечно, херово получается. Чтобы картошечка у нас была не сухая. Но это полевая кухня, тут уже как получится. И отправляем на костер. И отправляем
она решеточку. Где у нас решеточка? Вот она решеточка. Да. Время где-то 1:30. А мы бодрствуем. Поклевок пока не Отправляем было. Отправляем на решеточку. Наше сегодняшнее мероприятие посвящается тем, кто воевал. Память. Каждый год ездим, в отличие от диванных пидорасов, гондонов. Жирок поднимется. Но вот я пока сказать, вот что... Вот он уже, жирок начинает подниматься. Это все не мешается. Вот объясни, почему как-то... Потому что жирок, он поднимется, вся картошечка, лучок, он весь пропитается. На. Вот, горит жирок, ему нельзя гореть. Его надо поднимать. Ровная поверхность должна быть. Вот он, бушкрафт, да? Турочка у нас для чая. Турку возьми. О, закипело, да? Нет? Нет. Сейчас упадет, да. Упадет. Ладно, в общем, это смак. Все озорно шкварчит. Сейчас все как надо. Уже все в предвкушении. Вкуснотища. Кто не приехал, тот... Ох! Тот лох очень сильно обломался. Такого вы больше не увидите. Все, бля. Блюдо готово, нахуй. Ты только мне не спеши, блядь. Я тяжелый, подожди. Отлично. Сейчас будем дегустировать. А под дегустацию что нужно? Водочки. Блин, запах уже... Запах пиздос. Вообще супер. Пиздос. Так. Продолжим нашу дегустацию. Нажал вроде. Нажал я все нахуй нажал. Да. Так, заново. Уважаемый Женя сейчас вырежет 15 секунд. Вот, продолжим нашу дегустацию. Вот, дегустация. Вон дегустация, вон дегустация. Нас трое, мы дегустируем. Двое дегустируют, один пьет чай. Ну, уважаемый обзорщик, как его еще обозвать, не знаю, он Зош. Поклялся. Да, вот я его сегодня назвал Зошем, нахуй. Зомж, Зош, короче, он не пьет. Мы чокнулись, пьем за... Праздник. Выходные. 4 дня, как-никак. Вот, вот это вкуснятина. Я выпиваю. За ваше здоровье, дорогие телезрители. Эх, какая же гадость ваша заливная рыба. Попробуем, попробуем. Ветер стих, бля. Ну чё? Очень горячо, но очень вкусно. Не пробовали. А запах, вы, кстати, вот пропустили тут запах, рекламировали запах на всю деревню, так сказать. Дядь Саш пьет, закусывает. Без комментариев. Да, вот говорит без комментариев. И еще, дядь, ребята и все остальные, ребят. Хочу вам сказать такую вещь. Если вы поехали на рыбалку, вдруг что-то, как-то, вам что-то нужно. Прикрутить лампочку к проводам и все остальное. Если у вас вдруг нет изоленты, так называемый лайфхак. Вот в каждой аптечке есть Юнипор, называется. Это, как он называется, лейкопластырь. Это лайфхак. Прикручиваем, и все горит. Ну так, продолжим. Ребят, ну, короче говоря, ой-ой-ой, приблизил, отдалил, вот. Уважаемый, он аж прям взахлеб, прям аж причмокивая нахуй, ест вкусняшку. Так, продолжим с лайфхаками.
Вот у нас горит костер. Горит костер у нас из сырых дров. Кто не знает, для чего нужны ветлы, так называемые, ивы и все остальное. Просто спиливаем. Вот они, деревица. Расчищаем берег. Да, да, расчищаем берег. Просто в угли кидаем иву. Она горит, как сухое дерево. Надо подождать 10 минут, и все. И все горит, как от прям вот сухое. Это раз. Во-вторых, вот там стоит машина, практически не видим, не слышим ее, но слышим музыку, слушаем армейские песни. Вообще прям ас. Айс-вайс, как говорится, рыбнадзор. Заснимем, заснимем. Оп, алкоголь пьет. Алкоголь. Да, алкоголь. 45 градусов чай. 45 градусов. Чиферок. 45 градусов чай. Тепла. Кто любит алкоголь, пьем 45 градусов тепла, нахуй. Кто любит есть, едим. Вот. Еще один лайфхак для вас, для рыбаков и всех остальных. Баночка. Туда бычочки, ну это я сейчас пепел так для вас, а туда бычочки мы все стряхиваем. Это вот. Все культурно. Мусор, так что продолжаем снимать. Там стоит удочка. Сейчас, если соизволит уважаемый автор подойти к удочке, дернуть ее разочек, вы увидите новый лайфхак. Продается 100 рублей, для вас 120 привезу. Видите, моргать начинает на движение. Вот, 120 рублей под заказ привезу, если хотите. Моргает только под движение и потом гаснет. То есть, если у вас начало клевать, мы видим поклевку. Все, ну, до ребят... следующей... Все, ребята, отчехляемся чуть-чуть покемарить. Время... 20 минут третьего. Температура 11 градусов за бортом. Все. До рассвета. Отбор. Ну вот, утро наступило. Рыбачки все спят. Поэтому на рыбалке надо пить чай и квас, а не водку. И будьте бодры, как я. Ветер чуть вроде подстих, но на той вон стороне там мужиков полно, здесь нету. Сейчас костерочек буду разбодяживать. Добудить их надо, банду. Вот, развел костерок, грею остатки роскоши покушать. Себе позавтракать, пока они там дрыхнут. Вот, их не добудится. Ну а встанут, будем что-нибудь варганить. У нас еще макароны, еще есть баночки, сейчас покажу, какой тушеночки. Вот мясо цыпленка в собственном соку, макарошек забодяжим, супчики у нас еще. Мешок мы вот так вот от мышек на ночь ставили с продуктами. Вот там грибки еще, еще картошка даже есть. В общем, еда есть. Ладно, буду завтракать. Вкуснота. На природе вообще все вкусно. Солнышко вот светит, уже в принципе тепло. Вот остывает. Уже не так вкусно. А так вкусно. Вообще. О! Вот всю ночь класс. Стоял у Вованы этот фидер его. Вообще червяк не тронут. Я его вытащил, сейчас вот зарядил новых червей, набил кормушку, кинул немного в другое место, поставил. Посмотрим, может, днем что получится. Вчера какой ветрих был.
Сейчас вот чурочку поставил себе попить чайку с конфетками. Милое дело. Ребята пока спят. Отбой. Ой, вот. Далее готовится гороховый супчик. Тарелочки помыты, сардельки, как всегда, готовы. Еще добавим потом свежий лук в конце. Чаек вкусен. Закинули уже сардельки варятся. Лучкус. Лучку свеженького. Так обкусался, блядь. На утро получится хороший, хороший супчик для пищеварения. Для диетологов. Ветер, диетолог, ветер. Кашка, кашка, яблоко, гранат. Ну вот, наш супик готов. Сейчас мы его накрываем крышечкой и снимаем, чтобы он чуть-чуть у нас поднастоялся и подостыл. Как все, потом будем пробовать. Я же не так сказал. Чтобы он у нас настоялся. Это чешуйчатый свистадул. Сейчас пробовал удочку еще. Вообще разные глубины, пока ничего. Сейчас там парень Вован остался выставлять фидеры. Мы вот тут приехали в ближайший магазик, еще встретили одного друга. И сейчас это. Короче, вон еще ветер подъехал. И сейчас будем... Еще купим блюдо нового еды, шефа от Александра. Какие ингредиенты здесь были использованы? Я вот вижу лук, шампиньоны, сардельки и мясо цыпленка, да? Вот это вот, который я вам ранее показывал. Вот, в общем, все неплохо, все готовится. Слава роду, смерть урода. Жень, смотри, вон в ту сторону поперло. А, да, я вам закинул туда поплавочек. Там крутит, вертит туда подальше. Небольшую глубину. Фидер молчит, но сейчас я его переброшу. Уже пробу скоро нечего будет. О, очень вкусно. Ну, вообще. Вообще класс. Способ жарки, это как называется? Купатые кука ряча, кукарача. Горят как керосин. Горят как керосин. Вот такие вот. Они разные же были, да? Да. Гельмания. Тонкие, толстые. Без сои, без, без ГМО. И без, заметьте, без мангала. И без мангала. Спартанские условия. Бушкрафт настоящий. А поклевок, кстати, как не было, так и нет. Река тихая. Сейчас покажу. Вот, вообще прям красота. И там у нас заброшено, вы не думайте, что мы тут халтурим. И там снастей пол, весь берег уставлен, но тишина. И у проезжающих людей спрашиваем, тоже тишина. Вот так пожарили. Что? Колбаски, купат, точнее будет, куриного домика. Вот, пробуем, они такие с жирком. Охуенчики. Не сказать, что куриные, кстати, на самом деле. Не скажешь нихуя. А. Ветер жрём куриные из-за того, что ветер наебал. Приехал, блядь, этот, блядь, диетолог. Если бы не было вина, я бы привёз вам свой товар. Но, так как ветер не привёз, жрём куриное, диетическое. Каша, хуяша, вся еда наша. Лорен с нами. Алексей Юрьевич. Хайгизлер. Ну что, ребят, вот время без 10:02. Едем встречать еще одного гостя. Сейчас приедет Криксон. И там будет еще повеселее. Еще у нас макароны не приготовлены. Правда, тушенку мы всю съели. Но мы что-нибудь замутим. Едем по полям, по лесам, по раздолам, куда-то забрели, хрен знает куда. А поклевок не было вот, ни ребята, одной. Смотрите, какая тут говнодорога. Едем даже по полю, там бетонка.
Ну и вот, присоединился к нам. Приветствую друг всех. Андрюха. Да, так что сейчас... Рыбаков, охотников. Вот, посмотрите, какой у него прикид. Едет человек на рыбалку. В белых носках, в туфлях. Да я как даже и не готов был к рыбалке. Вот так как спонтанно получилось. Но ты сейчас уже настроен, да? Сейчас. Там вон взяли вина еще. Попить. Еще там видно, наверное, литр водочки ребятам. Так что все будет нормально. А чего? Ну вот. Попалась первая рыбка. Выпусти его, блядь, пизду. Лопырь. Охуел. Одна штука. Это на червя пошел или на опарыш? На опарыша. Давно сидел. Давно сидел. Проглотил. А мы жарим сосисочки. Все жрем. Все жрем. До сих пор. Нам до пизды. Коньяк или Мадера. Севуху, спирт или вино. Нам до пизды. Наташа или Вера. Сегодня будем пьяны все равно. И в этом толку хорошего мало. Вот Андрюха приехал к нам. И сейчас он скажет то. Привет, братва. Шпана, как говорится, господа, люди, за компанию, за всех, кто сегодня здесь. Я Оль. Давайте поднимем эти бокалы. Да, не последний раз, я думаю. Чё? Котел это. Фу, какой же вонючий, блин. Не последний и не первый, да? Давай. Давай. Дочин солдат, он не просто так. Спартак Москва вчера выиграл, кстати. Скажи. Да, 1-0. Кто гол забил, пока не знаем. Нам похуй, кто там гол забил. Главное, три очка взяли. Да. Андрей Михайлович. Лимонад. Давайте. Зига-зага. Все хорошо. Сейчас будет, пожрем все еще. Все будет хорошо. Сейчас да. Снимем. Позже на этой. Пока прожигаем сковородку. Это мужская кухня. А вот его снимем. А вот она птица, блядь. У нас скворцы дальше, беда. Сардельки бодяжим. Не, Андрюха, блядь, скажи, блядь. Привет. Вот они, сосиски. Вот. Самое то. Я лопырь. Скажи, Андрюх, что ты хочешь с ним сделать? Я хочу его закоптить. А, не на сковородке даже? Я хотел сказать, я хочу сейчас закоптить. Хочу закоптить. Вот, чистим рыбку. Ладно, потом посмотрим, что дальше с ней будет. А ты страшить ее тоже будешь? Ну а как? Что же с ней еще делать? Андрюх, ну вино был, дел пил. Андрюх, да нет, я тебя понял. Просто огонь сильный, смотри, что я. Да хуй с ним, ты часто не перевариваешь. Да вы уберем. Комфорт поверни на. Ты слишком часто перевариваешь. Он сейчас подсохнет, там будет такая охуенная. Вот вовник спит. Клювик не дадим. Так, ну что, пробуем рыбу. Семен. Рыба хороша. Блядь, вот, вообще. Андрюха, молодец, спасибо. Рыба вкусная. Хорошо он приготовил. Да. Он солил. Угу. Он солил. Стеня. Не. Рыба. Ну, это можно. Всего лишь мало рыб просто. Вот мало рыбы. Рыбы мало не клюет, потому что ты приехал на галеры, блядь. Ворон, прочее, ветер. Не пиздите, блядь. Черти, блядь. Распугали рыбу. Нет, черт, рыба вкусная, блядь. Да, рыба хорошая. Ладно, нет, в общем, да. Собираем уже шмотки, манатки. Собираемся. Поднять этот тост за тех, кого с нами нет. За упокой души. Или с кем Хриксон служил? За Андрей тех Михайлович. Ребят, которые давным-давно да. Погибли. На боху. Слава роду, смерть родом, блядь. Ебать. Что же ты, сволочь, блядь? Лешка, блядь. Хорошая, да, водочка? Вот хорошая. Не, ну за горову он выпьет.